Вообще Казахстан одна из республик, которая вот к русскому языку наиболее лояльно относится. Вот мы сейчас ходим, везде русская речь звучит, везде русские надписи есть. И я не знаю, Казахстан это первая, наверное, страна, даже может быть раньше, чем Лукашенко, которая высказала идею о том, что нам нужно жить вместе, экономики объединять, потому что у нас историческая общность. Поэтому вот эти вот провокационные ролики, я бы, не знаю, я бы ввел за них какое-то наказание.